А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. И это видео я начну с того, что скажу, отныне у меня на видео будет лицензия Creative Commons на YouTube. Это значит, что вы можете повторно использовать мои видео. Но лично от меня есть одно условие. Если вы хотите использовать мои видео на своих каналах, то, соответственно, вы должны быть партнером, рефералом в том проекте, на который вы берете мой ролик. Это лично мое условие. И я думаю, если вы мой подписчик, заходите подо мной в проект, то вам это будет совсем несложно. Ну что ж, теперь идем к теме видео. А тема у нас сегодня ZBull. Как раз сегодня я прошел второй круг, что мне принесло 30% чистой прибыли. Также напомню, что тестовый депозит у меня был $10. Далее на второй круг я пошел чуть большей суммой, на $20. И сейчас я планирую сделать реинвест, прибыль вывести. Зарабатываю я здесь на единственном рабочем тарифном плане 1,5% в сутки сроком на 20 рабочих дней. Это значит, что начисление только с понедельника по пятницу, поэтому если учитывать выходные, то депозит работает чуть больше, чем 20 дней. Но все равно за один круг 30% это хорошо. Я прошел 2, как я уже сказал. Это принесло мне 60% прибыли. Итак, давайте перейдем в мой аккаунт. Как видим, на балансе у меня $22.10. 2.10 это уже прибыль, а $20 возврат моего депозита. Конечно же, пока работал второй депозит, я прибыль уже несколько раз выводил, поэтому только 2.10 здесь сверху депозита. И сейчас что мы будем делать? Мы будем делать так. Я 2.10 вывожу, 20 пускаю на реинвест. Почему я это делаю и иду на третий круг? Потому что здесь опытная администрация, крайние проекты, у которой работали очень долгое время и дали очень большой профит. К сожалению, я в них не участвовал, но я точно знаю, какие это были проекты. Также, что добавляет уверенности, это то, что даже после ребрендинга сейчас есть лимиты, то есть максимум можно создать всего один депозит на сумму не более чем $200. Так что я думаю, с такими лимитами проект не закидает и он должен еще поработать. Тем более, что админ умеет и скорее всего хочет, чтобы проект работал долгое время. Но это, конечно же, может быть по-другому. Это лично мое мнение. Поэтому я делаю так. Вы же решайте для себя сами. Итак, давайте для начала я выведу 2.10. Хотя нет, не так. Давайте для начала я создам депозит, а потом уже поставлю на вывод. Нажимаю кнопочку Make Deposit. Далее здесь вот первый план выбираю. Z1 от 10 до $200. Далее тут я выбираю платежную систему. Смотрите, здесь есть только Perfect Money. Вот если у вас еще здесь нет депозита, но вы хотите его создать, у вас будет только одно. У меня есть еще одно, потому что, как видим, здесь можно сделать реинвест с баланса. Поэтому я ставлю ползунок сюда. Далее тут прописываю сумму. В моем случае это $20. Нажимаю Make Deposit. Далее нажимаю Process. Все, мой депозит сохранен. Теперь переходим в раздел «Мои депозиты». Как видим, депозит на $20 у меня работает. И через 26 дней он опять отработает. Кстати, да, начисление, как я сказал, по рабочим дням с понедельника по пятницу. Соответственно, каждый этот день вы можете выводить начисленную вам прибыль. Выплаты здесь ручные, так что придется немножко подождать. Ну что ж, переходим в «Виздоров». На балансе у меня остается 2.10. Прописываю сумму $2.10. Далее Request. И еще раз нажимаю Request. Все, выплата сохранена. Как я сказал, выплаты здесь ручные. Вот даже можно перейти в историю. Как видим, вот моя выплата. Есть кнопочка Cancel. Это значит, что пока что она мне не пришла. Как только она придет, здесь будет батч номер. И чтобы не ставить ролик на паузу, я в моменте монтажа прикреплю скриншот с выплатой, который вы уже сейчас видите у себя на экранах. Так что, как видим, проект платит. Здесь все нормально.
И мое мнение таково, что он еще будет платить, и здесь можно будет пройти не один круг. Но, как я и сказал ранее, это лично мое субъективное мнение, оно может быть и неправильным. Я принял решение, создаю здесь депозиты и иду дальше. Вы же принимаете решение свое. Кому это интересно, ссылка под видео на ZBull в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита, и до новых встреч!